Здравствуйте, меня зовут Атабаев Камол, мне 16 лет. Я учусь в Data Learning Center. Сегодня был третий урок. Ну, чтобы не сидеть на карантине, ну, я начал искать такие заведения, чтобы учиться программированию. Ну, нашел Data. Мне очень понравилось здесь. Я до этого не знал. Уже в третьем уроке я узнал побольше. Ну, за 3 месяца, разумеется, уже научусь многому. Придя сюда, мои цели изменились немного. Ну, теперь я буду теперь работать в профессии программирования. И тоже это дополнительно после основной работы. Чтобы добиться цели, нужно учиться, нужна вера в себя. И все получится.